Лабораторные исследования должны быть доступны каждому пациенту. По такому пути развивается современная лабораторная диагностика. Чтобы каждый анализ делался на лучшем оборудовании с применением самых современных протоколов контроля качества, необходимы крупные лаборатории и фабрики. Это делается для того, чтобы пациентам услуга была более доступна, да, меньше, может быть, там ожидания, чтобы независимо от того, куда он обратился, он получал одинаковый формат выдачи результата, зная, что все равно это все выполняется в одной централизованной лаборатории. И при необходимости для тех пациентов, которые не поликлинические, а госпитализированные, соответственно, вот выстраивается система экстренного выполнения ряда исследований. Лаборатория уже сейчас готова выполнять более 10 миллионов исследований в месяц, около 1000 наименований анализов. Важный аспект – такие лаборатории работают только с плановым потоком анализов, который обслуживает специализированная логистическая служба. На местах, при больницах и стационарах должны работать экспресс-лаборатории. Экстренные исследования, ургентные исследования будут выполняться на базе этих экспресс-лабораторий. Определенные этапы пробоподготовки, регистрации, преаналитические этапы будут тоже выполняться на базе этих экспресс-лабораторий. Пробы будут поступать к нам в лабораторию, собственно, для планового уже их выполнения. Это не только улучшит оперативность, но и качество исследований, уверены специалисты. Центры оснащены новейшим оборудованием, например, автоматическим треком, системой доставки проб до приборов. Пробы загружаются на трек. Дальше его уже задача открыть каждую пробирку и доставить пробу на определенный анализатор или последовательно на разные анализаторы. Важно, что для пациентов сохранится привычная схема. Врач назначил нужные исследования, пациент сдал биоматериал в поликлинике. Бесплатно по ОМС. Количество пунктов со временем будут увеличивать. Новая система затронет в основном персонал нынешних лабораторий. Уйдут рутинные исследования. Больше внимания можно будет уделять экстренным анализам. При этом появляются большие возможности для профессионального роста. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».